Байкал, 146 морал. В августе 2017 года на оружейной выставке «Армия-2017» концерн «Калашников» представил новый охотничий карабин с прямоходным затвором «Байкал, 146 морал». В отличие от других болтовок, перезарядка этого карабина осуществляется по прямой линии, так что скорость перезарядки максимально высока. Благодаря тому, что ствол изготавливается методом радиального обжатия, применять можно не только импортные, но и дешевые российские боеприпасы. Учитывая то, что для стрельбы используют один из самых мощных патронов, а это 308 винчестер, охотиться с такого карабина можно даже на взрослого медведя.